Добрый день, дамы и господа. Очень часто плачут мамы почему-то. Вот день очень торжественный, они приходят, они волнуются более, чем молодые. И вот знаете, конечно, плачут невесты. Но была одна ситуация, когда жених лил слезы очень-очень сильно, и они не могли, молодые, даже обменяться кольцами, потому что сильно волновались. Фактически все то, за исключением последнего напутственного слова, все было абсолютно другое изначально, чем я готовилась. Потому что у меня была для более классической, естественно, пары вся церемония. Ну, на мой взгляд, это выглядело бы несколько нелепо, когда была такая пара. Такая очаровательная, вот прям юная, молодая. И, я так понимаю, с хорошим чувством юмора, наверное, тоже.